Людина, яка постійно в пошуку нових вражень, пейзажів. Для нього подорожі – це і є сенс його життя, особливо останнім часом. Сьогодні в «Зексклюзиві» ексклюзивний гість – невгамовний мандрівник Сергій Компанієць, або просто Компас. Вітаю тебе. Доброго дня. Вітаю вас. Як настрій? Чудовий. З якої країни повернулися? З якої країни? Ну, перельот у мене був із Дубаї в Київ. Летіли ми з пересадкою в зв'язку з подіями, відомими в Ірані. Вот, довге було путешествие. Ми через Ларнаку летіли. Зараз увеличилось там на кілька часов, виходить, этот вояж. А в цілому із регіону Персидського заліву там було кілька дуже таких цікавих, очень странных, очень удивительных, очень богатых стран. Ну, які враження загалом? Судячи з загару, то відпочили добре. Загар, собственно, это сохраняется с прошлых путешествий, потому что в январе не такая высокая температура, не так жарко, как мне казалось. И, например, у меня были волнения о том, что через 2 года будет чемпионат мира в Катаре, и непонятно было, как будет проходить этот чемпионат при жаре. На самом деле очень комфортная погода, иногда опускается даже там, до 19 градусов. Угу. Очень комфортно и в футбол будет бегать, и путешествовать, ходить, знакомиться с достопримечательностями, с какими-то. Очень хорошо. Сергій, ну, в принципі, останнім часом ви подорожуєте в режимі нон-стоп, можна сказати. Можна так сказати. Знаю, що також був круїз нещодавно. Собственно, круїз був это через Атлантику, наверное, ты имеешь в виду, который я очень давно хотел посмотреть другую сторону нашего земного шара, обратную сторону. И вот в декабре этого месяца получилось осуществить это желание, эту мечту. И какая она? Инша сторона? Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я даже, такая была реплика, прям вот отвечая на ваш вопрос, я в Фейсбуке писал о том, что та сторона мне понравилась больше, чем Юго-Азия, скажем так. Там не так влажно, там очень хороший климат. Очень понравилось. Ну, окрім того, що ви сказали, чому варто там побувати? Ну, як в будь-якому путешествии, то есть это новые впечатления, это новые люди, это новая культура, новые впечатления, которые очень особенные. Вот. И каждая страна по-своему интересна, в каждой стране своя кухня, начиная от кухни и заканчивая там какими-то традициями, архитектурой, природой, животные, все что угодно. Пам'ятаєте свою першу подорож у житті? За кордон, маю на увазі. За кордон, самое первое путешествие было очень интересным, кстати. Это было путешествие в составе военно-морского флота Советского Союза. Я служил на корабле, и у нас был вояж в Средиземное море, боевая задача была в Сирии. Да, вот как раз те места, которые сейчас очень беспокойные. Угу. Вот Латакия, там ряд портов, мы заходили, Тартус. И это было вот первое впечатление. Чем вы занимались на флоте? Что робили? Чем занимался? Я был связистом. Обслуживал оборудование, связанное с передачей сигнала, передатчики. А чему тогда обрали саме флот? Потому что была альтернатива Афганистана. Угу. Вот. И я предпочел отслужить 3 года на флоте, чем неизвестно сколько времени в Афганистане. А чому не залишились? На флоті? Так. Ну, це абсолютно не в моєму характері. Тобто, воєнна служба, сам момент підчинення, скажімо так, це, ну, мені складно себе представити воєнним. Я абсолютно пацифіст по характеру, по настроєнню, по взглядам. Тому це не моє. Тільки ви маєте бути головним, так, в своєму житті?
Ну, скажем так, да, моя жизнь, моего же. А что было после флота? После флота что было? После флота я вернулся в институт, вот, и продолжил образование в институте. Это был наш Кировоградский пединститут, исторический факультет. На историка вчилась. А навчала діток потім? С этим тоже связана очень веселая история, такая необычная. Я уже будучи на последних курсах института, я уже работал, у меня уже был там начальник какой-то бизнес и так далее. И поэтому, когда закончил свое обучение в институте, я не пошел в школу, куда-то связанное с образованием, не стал этим заниматься. Но прошел год, и вот я 1 сентября иду по городу, вижу массу каких-то учащихся с цветами, в праздничная обстановка в городе 1 сентября. Вот, и я думаю, я 5 лет занимался в институте, у меня есть диплом и, в общем, неплохие знания. Наверное, надо зайти в школу и спросить, есть ли место вакантное историка. И я захожу в 14-ю школу, я там рядом жил, в кабинет директора, говорю, я молодой специалист, историк по образованию. Он говорит, окей, ладно, у вас завтра первый, там, второй и третий урок там, в 9-м Б-классе. Я говорю, окей, вот завтра приду с дипломом, там напишу заявление. Вот. Но работа в школе, она не так долго продолжалась, потому что у меня все-таки, я говорю, был на тот момент и бизнес, и параллельно несколько работ еще, поэтому я там буквально 2/4 отработал. Вот. Но очень странно было, что класс, в котором я преподавал, спустя 2 года, когда у них был выпуск, они меня нашли в другом месте, я уже жил в другой квартире, и попросили сфотографироваться там на эту виньетку, или как это вот называется, альбом этот. Я говорю, ребят, ну я у вас там 2/4 всего. Нет, обязательно приходите, мы хотим. Очень хороший класс был. Кстати, в этом классе училась Аня Жижер. Вот, я у нее преподавал историю. Аня, привіт. Повернемось трішки до подорожей. Я так розумію, ви подорожуєте без туроператорів, без турагентства. Да, я предпочитаю это нічого не включено. Ну, я маю на увазі, ви самостійно берете авіаквиток, там трансфери і так далі. Я поэтому говорю, що то есть как бы это такая формула, нічого не включено, когда ты сам себе. Причому іноді даже маршрут я корректирую по ходу путешествия, так тоже бывало. А пам'ятаєте, коли вперше ви самостійно наважились так подорожувати? Впервые самостоятельно, да, конечно. Конечно, помню. Это 14-й год, 2014-й год. І що це була за країна? Які помилки, можливо, були? Ну вот я как бы очень удачно, на мой взгляд, начал этот процесс, потому что первые впечатления должны быть яркими. И я своим друзьям советую, которые едут за границу, выбирайте город, который оставит яркие впечатления. В моем случае таким городом был Будапешт. Я до сих пор люблю этот такой очень интересный город, он небольшой, очень уютный, там есть где погулять днем, погулять вечером, там замечательные источники, там прекрасная архитектура. То есть он очень комфортный именно для первых впечатлений, для первого путешествия. Я бы рекомендовал, например, этот город, а не, скажем, Варшаву, которая, ну, в этом плане очень сильно, например, уступает, хотя многие там мои знакомые ездили в Варшаву, и ну что там интересного? Я говорю, нет, вы выбирайте тот город, который оставит яркие впечатления. А самым первым ярким впечатлением было это, безусловно, Барселона. То есть это было до еще поездки в Будапешт, и ну, город, который необходимо обязательно посетить всем, это, безусловно, Рим. Но сразу вот рядом с ним это Барселона. Сколько раз были в Барселоне? Ну, несколько раз был, я даже не знаю, ну, 5-6 раз. А чему вы знов повертаетесь туда? Почему в Барселону? Потому что я там себя очень комфортно чувствую. Вот. И есть города, в которых
тебе комфортно находиться в путешествии, есть города, в которых ты понимаешь, что ты мог бы жить. Это разные абсолютно вещи. Например, Барселона – это город, в котором, как мне кажется, большинству людей будет комфортно именно путешествовать. Но в плане жизни я бы этот город не выбирал. В этом плане мне гораздо больше нравятся небольшие города, типа Малаги, вот, где, ну, как бы и город, и в то же время нету этой сити-суеты, то есть такой вот таун небольшой. Де підшукуєте найдешевші авіаквитки? Это постоянный процесс, ты постоянно этим занимаешься, очень-очень на разных сайтах, в том числе для путешественника очень важно знать в целом места, в которые летают те или иные компании, для того, чтобы, потому что некоторые маршруты я уже могу себе составить, в принципе, в голове, какой авиакомпании дешевле прилететь там, в один город и улететь из него там, в другой, какой-то другой авиакомпании. Вот. Ну, в том числе почтовая обычная рассылка этих авиакомпаний дает представление, когда у них скидки, когда у них какие-то акции там, и так далее. Тобто зареєструватись просто на сайтах. Да, ну, какие это сайты? Лоукост компаний. Wizz Air, Ryanair, EasyJet, ну их очень много на самом деле. Давайте для наших глядачів топ-5 порад, як правильно організувати самостійну подорож. І, наприклад, п'ятірка країн, де варто отримати найкращі враження. Давайте я з п'ятірки стран начну. Італія, безусловно. Я по этому поводу, вот, например, по Италии могу сказать, что путешественники в целом делятся на такие две категории, как мне кажется. Это люди, которые просто набивают страны в своих путешествиях. И вот человек говорит, я вот был там 193 страны в Организации Объединенных Наций, я был там в 192, условно говоря. Вот. А мне, например, ближе второй тип путешественников, которые выбирают не просто отметиться там флажком, потому что в первом случае я встречал путешественников, которые говорили, я приехал на железнодорожный вокзал там, или в аэропорт, вышел, походил, через полчаса сел и улетел обратно, но я в этой стране был. Ну, мне так не интересно. Мне интересно, например, Италия именно своими городами. То есть это одна страна, но практически каждый город очень особенный. Там Флоренция отличается от Венеции, Милан отличается от Неаполя, юг страны один, север другой. Поэтому Италия однозначно, практически все города очень интересны. Болонья, Пиза там, и так далее. Добре, на первом месте Италия. Так, что еще? Испания. Испания. Испания, потому что она очень разная. Мадрид не похож на Барселону, Барселона не похожа там, на Лас-Пальмас, Севилья. Еще свое какое-то имеет там традиции. Очень интересная страна. На третьем месте я бы, пожалуй, сказал, что я выбираю между Португалией и Францией, но, наверное, все-таки Португалия. Вот. На третьем месте Португалия, на четвертом Франция. Это вот по Европе, если брать Европу, Франция и что яркое, интересное. Греция, наверное, на пятом. Что порадуешь глядачам? Как правильно организовать поездку самому? Самое главное что определиться, куда вы хотите попасть. Ну, добре. То есть, как бы, это Италия, первое. Так, например. Вот вы выбираете Италию, вы выбираете город. Милан. Милан. Милан, я не советую сразу ехать в Милан, только если у вас не, как это, золотая карточка «Орел и Решка», и вы там не планируете оставить деньги в бутиках каких-то. Вот. То есть север Италии, он, в общем-то, не совсем Италия. Так исторически и архитектурно. Я бы все-таки выбирал бы, например, ну, однозначно Рим, да, на первом месте, на втором месте это Флоренция. Флоренция и затем Венеция. Вот. Вы выбираете город, после этого вы начинаете мониторить билеты, второй пункт, как туда лучше улететь, какими авиакомпаниями. Сейчас я могу сразу сказать, что очень такое соотношение стоимости и комфорта для Италии, это компания украинская, SkyUp, вот, они сейчас забрали часть
транзита с Украины в Италию у компании «Эрнест», и у них достаточно хорошие цены, прямые перелеты. Есть та же Болонья, например, можно тот же Рим у них есть, вот, можно Милан, можно прямым рейсом лететь в Италию. Вот. При этом я, например, ну, как-то так изначально повелось, что все равно предпочитаю там сделать небольшую пересадку, но там сократить бюджет, да, перелета. Потому что, например, у нас самый дешевый перелет был в прошлом году в Италию. Мы летели втроем, это был день рождения дочери. У нас получилось 45 евро в одну сторону на троих. Вот такая вот стоимость. Это дуже гарна пропозиція. Да, мы летели через Милан. Выбирайте авиаперевозчика. Стоимость билета. Третий пункт – это вы выбираете место, где вы планируете жить. И это тоже очень кропотливый процесс. Например, у меня занимает, если это город, в котором я не был, нужно изучить массу нюансов. Вот. И вникнуть, потому что ты иногда видишь, что гостиница находится там в хорошем месте и там рядом с центром, рядом с какими-то достопримечательностями, но на самом деле Google карта тебе не дает представления об уровне местности, и это может быть наверху где-то там очень, и вроде бы географически это рядом, но для того, чтобы спуститься там к центру, нужно там пройти какие-то очень сложный путь. Вот. Или, например, это трассы какие-то, шоссе, вот, которые просто нельзя там пересекать. Вот, например, в Дубае очень сложно планировать, или там в Катаре эти места, потому что не всегда есть переходы рядом с тем местом, где ты живешь. Поэтому нужно очень так вдумчиво и много уделить внимания выбору гостиницы, так, чтобы это было и по стоимости, и по локации очень удобное место. Вот. И что там у нас еще, сколько пунктов осталось, я не знаю. Вот, четвертый пункт – это, безусловно, достопримечательности. Ну, это связано как бы с местом. То есть я обычно изучаю, чем интересен тот или иной регион, тот или иной город, музеи. А бронируешь через интернет, чи так, вже безпосередньо на місці? То есть, нет, я бронирую чаще всего через различные приложения. Причем самое популярное из них, безусловно, это Booking, но не всегда Booking дает лучшую стоимость помещения, проживания, поэтому обязательно нужно зайти, опять-таки совет, посмотреть другие агрегаты по бронированию и в том числе зайти на сайт непосредственно самой гостиницы. Очень часто на самом сайте вы увидите минимальную стоимость этого помещения, она будет ниже, чем на том же букинге, скажем. Вот. Ну и пятый пункт. И пятый пункт, это, скорее всего, связано с кухней, с какими-то там продуктами, то есть какие там есть кафе, рестораны, то есть где можно поесть, что можно купить, сколько это стоит в таком плане. Не думали про переїзд? Нет, нет. Ни в коем случае. Чому? Ну, пока в стране еще терпимая обстановка. Ну, дивлячись на нашу політичну ситуацію. Да, вот, она очень токсичная, но тем не менее, во-первых, здесь мама. Вот. Мама, безусловно, не захочет уезжать со страны. Вот. Второй момент – это друзья. Вот. Ну, ничто не заметит общение с друзьями там какое-то. Вот. В-третьих, ну, в любом случае, так или иначе, здесь иногда возникают интересные предложения по работе. И поэтому вот три пункта, которые, наверное, не позволяют уехать. Ну, наприклад, в Фейсбуці, в Інстаграмі я ніде не побачила, чим ви займаєтесь. Чим заробляєте на життя? Ну, це по-разному буває. По-разному буває. Вот. Но, скажімо так,
мне достаточно для того, чтобы бюджетно жить и бюджетно путешествовать. Это часто, зачастую очень разная работа, связанная с, там, начиная от фестивалей, да, как бы, и заканчивая там кино, сценарной какой-то работой и так далее. То есть, есть иногда какая-то удаленная работа, возможность работать удаленно. Вот, вот в этом году, например, была прекрасная возможность поработать, которую я упустил в плане того, что Украинский культурный фонд объявлял гранты, и в том числе у них есть пункт такой по юбилейным датам. У нас прекрасные юбилейные даты в городе, и я очень жаль, что никто не воспользовался этими датами. Это юбилей Крапивницкого, это юбилей Карпенко-Карова. Вот. У меня была даже поддержка от Союза театральных деятелей, то есть они, ну, как бы готовы были принять в этом участие, но я планировал, что я приеду с поездки и подам эту заявку, приехал, на следующий день заболел гриппом, и после этого вся моя заявка... То есть, камень, как бы, завершился. Так, я просто пропустил сроки подачи заявки. Вот. Вот, в принципе, можно было бы интересной работой такой заняться, провести какие-то мероприятия, какой-то фестиваль. Ну, добре, а больше, если приземлитись, можливо, там аренда житла, чи чем вы зарабатываете? Ну, в том числе. То есть у вас есть житло, которое вы сдаете в аренду. Добре, перша робота, я так зрозуміла, це вчитель історії, вірно? Первая работа у меня... Або перші гроші. Ну, первая работа, первые деньги – это все-таки расклещик афиш, наверное. Вот. Да, то есть это там лет, наверное, в 8. Вот, я был летний кинотеатр, как бы я брал афиши, расклеил афиши, и за это меня бесплатно пускали в кинотеатр. Я сидел там, смотрел каждый вечер какое-то кино. Вот. А что было после школы, после того, как выкладали? После школы, ну, до школы, наверное, все-таки. Потому что я параллельно с учебой, я начал работать в молодежном клубе «Олимпия». Вот, и это большой кусок моей жизни, практически там четверть века я связан с этим местом. Вот, вначале как ведущий, потом как руководитель. Вот. Як згадуєте цей період в вашому житті? Чому він завершився? Волшебно, безусловно, волшебно. Это время замечательное. Я думаю, что если у вас есть молодость, то желательно ее провести вот так, как я ее провел. Вот. А чому завершився той період? Потому что закончилась молодость. Молодість завжди у душі, принаймні. Нет. В душе это плохо, когда тебе 50 лет, а ты чувствуешь себя на 19, на самом деле. Всему свое время. Зрелость – это как раз период, когда ты понимаешь максимум своих возможностей. Вот. И подходишь к задачам абсолютно трезво и с пониманием своих сил. Чим відрізняється Сергій, якому було 18 років, і от теперішній? Чим отличається? Та, скоріше всього, проще сказати, чим вони похожі. Похожі іменем, отчеством і фамілією, і датою народження. Це дуже сильно різні люди. Дуже сильно. Діджей в клубі «Олімпія». Було таке? Так, да. Ви саме з цього починали там працювати? Нет, ну там я начал работать с этого, но до этого у меня был, безусловно, фантастический период, когда на службе, я уже упомянул, что я служил на флоте, на корабле, и мы с моим другом Михаилом сделали музыкальную передачу на корабле. Дело в том, что на корабле есть ретрансляторы, везде есть динамики, это связано, ну, там. Влаштовували тусовки, так? И мы каждую субботу-воскресенье, на корабле в субботу делается большая уборка. Вместо того, чтобы заниматься уборкой, мы придумали крутить музыку и рассказывать о музыке на корабле. И вот однажды на корабль пришел там высокий адмирал из руководства флота, услышал нашу передачу, сказал этих двух парней ко мне быстро, говорит, слушайте, у нас есть базовый клуб Северного флота, и там занимаются гражданские
шампанские, крутят музыку. Ну, а вы такие классные парни, у вас форма и без козырки. Давайте это самое в этот клуб к директору. И с этого момента мы начали делать там программы, крутить музыку, дискотеки, там, в общем, в такой направленности в Североморске, в этом базовом клубе. Нас знал весь Северный флот, там, все корабли, да, которые стояли в этой базе, приходили вечером. Это, пожалуй, наверное, самый большой вообще клуб, именно в котором я работал, потому что, ну, там больше 1000 человек, наверное, могло поместиться, 2 больших зала. Вот. С этого началось. А потом уже после службы, Олимпия, работа там. От за весь період життя найцікавіша робота, якою приходилось займатись? Мені дуже сильно повезло, тому що я практично в своїй житті не займався тим, що мені не цікаво і мені не подобається. Вот. Поэтому я бы не стал выделять все, чем я занимался, будь то работа на радио, будь то работа в клубе, там какие-то моменты, связанные с организацией каких-то фестивалей, будь то съемки кино. Все это на разном этапе жизни мне приносило удовольствие и было интересно. Как появился фестиваль Кропивницкий в вашем жизни? Фестиваль Кропивницкий, как произошел, мы со знакомства с народным депутатом Александром Горбуновым, затем было знакомство с министром культуры, мы обсудили, каким должен быть этот фестиваль, я предложил определенную концепцию, и мы сделали этот фестиваль. Ну, то есть вы были как режиссер? І виконавчий директор, іншими словами. Можна так сказати. А от що було тоді в тій роботі найпозитивнішого і можливо, який урок ви для себе винесли? Що було позитивно? Все було позитивно, тому що ти робиш щось абсолютно нове для себе, для міста. І в цілому я багато спілкувався в театральній тусовці. И все очень сильно удивлялись, как мы с первого раза сделали то, что мы сделали. Вот. То есть есть фестивали, которые много лет, там, в том же Херсоне, скажем, в Одессе там, и так далее, в Ивано-Франковске. Вот. Но так, чтобы приехать и собрать все самое лучшее, что на тот момент выросло на театральных полях, вот весь этот урожай мы практически... Все докупы. Так, мы представили на этом фестивале. Поэтому только позитив, только положительные какие-то моменты. Если так просто сесть, задуматься, вспомнить минуле, что больше згадується? Школьные годы, студентские или служба на флоте? Не знаю, я вот ничего не люблю вспоминать, честно. Я часто встречаю людей, которые живут прошлой жизнью, какими-то воспоминаниями, которые говорят какие-то фразы вообще из прошлой жизни, какие-то... ну вот, то есть, как бы, жизнь, она очень быстро проходит, и нужно жить вот сию минуту с сегодняшними интересами, сегодняшними радостями. Не вспоминаю практически так, чтобы вот прям сидеть и вспоминать, а вот помнишь, как ты там где-то что-то как-то... Нет, такого нет. Правда. Чи залишились друзі з флоту, да, з якими до цих пір? Так, да, вот мы, у меня друг, о котором я начал говорить, Михаил, с которым мы вместе вот, закрутили всю эту историю с музыкой на корабле и в клубе, мы до сих пор поддерживаем с ним отношения хорошие. А кто для вас от взагалі друг и как змінювалось це визначення протягом от років? Я не могу сказать, что как-то менялось определение. Это дело в том, что сложно какую-то характеристику дать. Это же как вот с любимой женщиной. Точно так же. То есть это непонятно, почему именно с этой женщиной тебе уютно, хорошо и комфортно. И с друзьями также. То есть это человек, с которым тебе может быть комфортно просто помолчать и вместе там выпить 50 грамм там Джеймсона, и вот мы посидели, выпили, и нам хорошо как бы вместе.
А есть люди, с которыми тебе не так хорошо, и они поэтому там дальше уходят по градации, там, просто приятель или там человек, с которым ты не общаешься, в конце концов. Ось так плавно ми переходимо до ролі жінки в вашому житті. Згадали за жінку, за кохання. Перше кохання. Перше кохання? Яким воно було? Ну, я не знаю, наверное, сложно называть любовью там какие-то чувства, которые у тебя возникают к девочке в детском саду, да? Ну, наверное, все равно это какое-то волнение, тебе нравится девочка, вот. Ну, добре, перше кохання, якому ви віддались. Такая первая любовь, мне очень повезло в том плане, что это девушка, которую я встретил очень много лет назад, в 85-м году, сколько тут надо считать, вот уже прошло лет 35, да, вот. Это моя жена, вот. Мы очень рано познакомились с ней. На тот момент мне было 16 лет, ей было 14 лет, да, вот. Сколько років вы разом? Ну вот, собственно, этот весь период с того момента. С июня месяца 85-го года. А чем она вас тоді вразила? Чому сподобалось? Ну, вот, слушай, это же непонятная химия, которая... Вообще непонятная химия, потому что это была влюбленность на расстоянии. Вот. В тот момент я очень хорошо помню, вот ярко этот момент, я стоял в очереди к телефонному аппарату. Вот. Кто еще помнит, были телефонные аппараты, мобильной связи не было, нужно было бросить 2 копейки, набрать номер и позвонить туда, куда ты хочешь позвонить. И вот передо мной человек делал звонок, а я стоял в очереди. А на противоположной стороне улицы шла девушка, вот. И я ее увидел, и я очень помню эту реакцию, я там молодой парень, говорю, смотри, какая красивая девушка, вот. И я в каком-то остолбенении находился, а потом, когда я побежал, она уже повернула за угол, и я ее больше не увидел. Вот. Все, и... И что было дальше? А дальше был такой момент как бы судьбы в том плане, что на следующий день, это был июнь месяц, и это были выпускные, и меня друзья пригласили из школы, в которой я не учился, просто прийти к ним на выпускной. Я пришел на выпускную к друзьям, и она пришла на выпускную тоже к знакомым девчонкам в эту школу. То есть мы не учились в этой школе, и мы встретились на выпускном, как бы, и я ее увидел, узнал, и уже потом познакомился через пару дней. Чим от зараз кохання відрізняється від того, як воно починалось у вас? Ну, воно проходить різні стадії, безусловно. І це йде від симпатії просто якоїсь до вот того описання, о котором я говорила, друзі. Тобто, коли тобі просто комфортно знаходитися рядом з чоловіком в одній кімнаті, там, в одном помещении, вместе путешествовать, вместе готовить еду, вместе ее есть потом. Вот. А нормально, от як ви вважаєте, коли чоловік кохає одну жінку, він з нею живе, але, можливо, закохується на якомусь підсвідомчому рівні в інших жінок для натхнення, наприклад? Ну, маса прикладів таких. Конечно. Любовь – это всегда хорошо. Все, что нужно человеку – это любовь. Зараз химия есть? Конечно. Но если бы не было химии, все было бы по-другому. Что вас надыхает в женках? В женках что надыхает? Сложно сказать. Я, наверное, отвечу таким образом. Дело в том, что я не очень люблю какой-то общий такой вот тост просто за женщин. Ну, я его не понимаю, почему надо пить за каких-то женщин, которых я не знаю. Вот. И поэтому я предпочитаю пить за конкретных, там, любимых женщин, за тех женщин, которых я знаю. Точно так же и с вдохновением. То есть, ну, далеко не каждая женщина вдохновляет, и каждая женщина вдохновляет по-своему. Кто-то вдохновляет своим умом, а кто-то своим блеском глаз. Вот и все.
Ну, за що б ви могли сказати дякую своїй дружині, наприклад? За что конкретно? Конкретно я ей очень благодарен, конечно, это за детей, то есть за дочку. Вот. Это самое главное. Ну, дійсно, найкраще, що ми, мабуть, можемо залишити після себе, окрім творчих здобутків, це наші діти. У вас тільки донька, так? Ні, у мене старший син. Старший син. Взрослий. Йому 27 лет. Чим він займається? В даний момент он занимается интернет-продажами. Вот, у него маленький бизнес такой. Він не живе в Кропивницькому? Он большей частью, да, живет в Киеве. То есть он приезжает только к родителям сюда. А у доньки які захоплення? У доньки які захоплення? Ну, она занимается в музыкальной школе, она играет на фортепиано, она учит английский язык, она... у нее есть такое свойство, которое вообще я не припомню у кого-то из в нашем роду. Она волшебно абсолютно делает вещи какие-то руками, она шьет, она вырезает, она приклеивает, она все вот это вот умеет очень здорово делать. Она в очень раннем возрасте, я не знаю, ей сколько было лет, там лет 7, она сняла свой первый там ролик в YouTube, выложила, вот, смонтировала его, там наложила музыку, ну, то есть какие-то такие, очень, очень, все как у современных детей, я думаю. Все а каким батьком себя вважаете? Яким батьком? Ну, в целом, батька-то я хороший, безусловно. Вот. Но у меня даже подтверждение этого есть, потому что не так давно мы нашли записную книжку моего сына. Вот. И это ему возраст, наверное, где-то порядка там, 5-6 лет. Это щоденник, так? Да, да, да. Дело в том, что ему там на 5 или на 6 лет мы подарили блокнотик такой с замочком, вот, чтобы он туда записывал все, что он там считает. Чтобы никто не читал, особенно батьки, мы его замыкали. Вот, да, но чтобы ключик не потерять, он хранился у мамы. Угу. Вот, этот ключик, вот, и, значит, недавно мы нашли этот дневничок, и там была чудесная фраза, значит, мама все время сердится. Папа нормальний. Ви знаєте, моя мама також, коли знайшла такий же щоденник з замочком, ох, я тоді отримала. Вона прочитала все, а я туди таку душу вклала просто. Вот. Ну, от бачите, як важливо знати, що діти думають про батьків. А донька? Донька що? Ну, от для доньки, яким батьком ви себе вважаєте? Для доньки, да тоже папа нормальный, ну то есть... Нормальный папа. Да, я думаю, что ничего особенного. Вы разом так подружуете всей семьей? Не всегда, не всегда. Софья Сергеевна очень рано как бы познала все тяготы и лишения моих путешествий, потому что ей приходилось оставаться дома там, на достаточно длительные периоды, и ну, в юном возрасте она уже... там готовила сама себе еду и полностью почувствовала себя взрослой леди. Слухайте, ну от наскільки я знаю, ви багато і писали, і сценарії, і роботи такі творчі. Які можете, яку роботу можете назвати найцікавішою? Именно связанную вот в это, с этим направлением, так, так. Да, но это синдром дракона, который мы сняли, и я думаю, что в ближайшие годы я не вижу никаких перспектив, чтобы был в Украине снят проект такого масштаба, честно скажу. А что плануете? Плануете развиваться саме в цьому напрямку? Чи взагалі амбиции ну, щодо іншого? Мои личные планы очень связаны с тем, что происходит в стране, в том числе с теми назначениями, угу. Очень странными и удивительными там в... организациях, которые связаны с производством кино. Вот. Там все очень пока непросто, поэтому... Но при этом есть предложения, кстати, вот, и они сейчас на стадии рассмотрения, поэтому вполне возможно, что что-то еще из этого... Это мир, который тебя никогда не отпустит. То есть, если ты попал однажды в этот мир кино, то, попробовав его, ты уже никогда не забудешь его вкус.
Зрозуміло, що так чи інакше подорожі – це є ваше хобі. Але от чим ще розряджаєтесь? Гітара. Так, ну, гітара. Ну, да, гитара. Ну, я значительно меньше стал и музицировать там последние годы. И самое печальное, что ушел какой-то опыт написания песен, потому что я очень любил этим заниматься в свое время. И на мой вкус написал несколько неплохих песен. Вот. А добре, окрім гитары, что еще? Ну, это 2-3 раза в неделю я бегаю с друзьями в футбол. Вот. Это обязательное и любимое занятие. Встречи с друзьями, просмотр сериалов. А чему перестали писать? Не знаю. Каждому, наверное, времени свои какие-то увлечения. Ну, в том числе, наверное, вот от сознания, от этой зрелости своих каких-то возможностей, ты понимаешь, что ты уже никогда не споешь так, как Мик Джаггер, и, ну, значит, и не нужно. Який ваш найулюбленіший поет? І чи можете щось зачитати з його творчості? Ну, я не могу сказать, что вот у меня есть один любимый поэт. Я очень много люблю поэзии. Я, наверное, процитирую строчки, которые я там, в 12 лет выписал для себя на листок А3 формата. Я вот фломастером написал и повесил у себя в комнате. У меня висели стихи в 12 лет. Это были стихи Александра Сергеевича Пушкина. Абсолютно прекрасный, на мой взгляд. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы». Вот. Супер. То есть 12 лет – это, мне кажется, очень хороший девиз был для жизни. Сергій, ну я вам бажаю натхнення, щоб все ж таки повернулась та наснага, тому що коли людина пише, ну я по собі знаю, то якось крила по-іншому. Дякую. Бліц, готові? Так. Мадрид чи Рим? Рим, безусловно. Рим чи Афіни? Рим номер один. Чому не Афіни? Почему не Афины? Ну, потому что Афины, во-первых, не в том состоянии город находится, а во-вторых, почему Рим? Потому что, попадая в эти храмы, попадая в этот город, ты заходишь в этот храм и понимаешь всю ничтожность, такое бренное человеческое существование. То есть это абсолютно уникальное ощущение величия, и ты понимаешь, что переживали люди, которые там заходили в этот храм 1000 лет тому назад, наверное, для них это, то есть для современного человека это впечатляет, а для тех людей, наверное, это вообще было чем-то абсолютно космическим, фантастическим. Найулюбленіший предмет у школе? Любимый предмет в школе я бы не делил. Математика, физика. Я после 7 класса поступил в Киевскую физико-математическую школу-интернат. Вот. Но в связи с тем, что обучение там было как в интернате, нужно было уезжать в Киев и там учиться в интернате. Вот. А мне было 13 лет, мы так посоветовали с родителями, я не уехал. Но я очень любил математику и физику. Компас має 4 напрямки. А Сергій Компас – який напрямок по життю обрав? А какое направление? Направление freedom. Одним словом, подорожі для мене – це? Подорожі для мене – это возможность ощутить себя свободным. И это возможность увидеть, как живут другие люди. Якби була можливість розпочати все спочатку, своє життя спочатку, яка б це була країна? Ну, от здесь я буду, наверное, патріотом. Україна? Так. Ви щасливий зараз від того, що ви маєте?
Вопрос, наверное, не совсем для блица. Если коротко отвечать, то да, но я бы его ответил более шире. Я счастлив, насколько можно быть счастливым в стране, в которой воюет и в которой процветает коррупция. Вот, скажем так. Ну, тоді я бажаю нам з вами миру всій нашій країні. Дякую. Дякуємо, що прийшли в гості. Гарного настрою і всього найкращого в житті. Спасибо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.